Свой голос за кандидатов отдал и председатель республиканского парламента Александр Жирков. Своим конституционным правом он воспользовался в избирательном участке номер 19707 в Якутске. Также напомним, что выборы проходят по смешанной системе. 225 депутатов изберут по одномандатным округам, 225 по партийным спискам. Проголосовала и председатель правительства Якутии, кандидат от «Единой России» Галина Данчикова. Ранним утром она пришла на избирательный участок номер 709 в Якутске. Также сегодня утром на избирательный участок номер 779, который находится в здании 33-й школы Якутска, пришел проголосовать кандидат от партии «Единая Россия» Юрий Куприянов. Он отдал свой голос и призвал якутян активно идти на выборы. Этот день для меня торжественный, потому что я первый раз в своей жизни кандидат, баллотируюсь в Государственную Думу, и я очень рад, что сегодня такой солнечный, да, такой яркий, спокойный осенний день, прямо золотой осени. Я думаю, что как погода будет, такая же торжественная, пусть итоги будут выборов. И главное, чтобы все пришли голосовать. Это наше развитие, это наша страна будущего. Устойчивость нашего российского государства, когда мы все придем на выборы и будем выражать свое мнение. И каждый из нас будет участвовать в управлении своей страной. Любой голос, в любом направлении, за любую партию будет ценен.